Всем привет! И сегодня я вам покажу, как превратить обычного человека в скелета в игре Melon Playground. Но скелет у нас будет живой, и мы его даже заставим ходить. Вот. Для начала нам нужен как бы обычный вот человек, неважно какой, можно самого Мелона, а можно другого. Ну вот, теперь нам нужен укол, называется Ацид. Ну, он превращает его в самого скелета. Но не все так просто. Человек умирает, когда превращается в скелета. Но нам этот результат не нужен. Если мы вколем в него там укол вот такой вот, реген, он не просто его восстановит, да, он его восстановит. Но он станет человеком. Хоть и мертвым, но человеком. Да блин, доживай, дурак. Ну, в общем, неважно. Вкалываем Ацид еще раз. Это нафиг отсюда убираем. Теперь ждем, пока он полностью превратится в скелета. И это важно. Вот, осталась только рука. Все, рука превратилась. Теперь есть такой укол, вот он, второй. Хиалинг называется, или хиалинг. Кто как называет, вот он. Красный такой. И его мы вкалываем. Неважно, в какую конечность. Ну и вот. У нас получается скелет, который вот живой, стандартный. Как он как человек. То есть вот. Человек, Мелон. Точно такой же, только скелет. Бум. Его можно тоже застрелить. И все такое. Вот. Что этого можно пристрельнуть? Да дохни. Что этого? Ну а теперь самое главное. Как заставить его ходить? Это, конечно, у меня есть в другом видео, но покажу и в этом. Давай. Давайте, чтобы он не чувствовал себя, в общем, ничего себе трюк. Так и было запланировано, так и было запланировано. Офигеть, я его потом даже пересматривать буду кучу раз. Ну, в общем, вот. Как заставить его ходить? Так, ты уйди отсюда, ты нам не нужен. Нажимаешь по скелету два раза. Ну и самое последнее, вот. И не самое последнее. Смотрите мое видео. Как заставить ходить абсолютно любого человека. Все, скелет ходит. Интересно, а вот ему сейчас нужна туалетная бумага или нет? Потому что если бы я такое зрелище увидел, что на меня идет скелет, ну я бы наложил бы. Или сделал бы вот так. Пошел ты, щеглин, отсюда. Давай, да. Нормально так трюкач. Что с ним происходит? Ну ладно. Ну вам я желаю удачи. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые видео. Всем еще раз удачи, пишите комментарии и пока.